пятницу, 23 октября, физкультурно-оздоровительный комплекс «Юбилейный» принимал спортсменов по греко-римской борьбе. В состязаниях принимали участие более 100 борцов. Это воспитанники секции по греко-римской борьбе города Кумертау, Салават и Ишимбай. Двух возрастных категорий – 10-11 лет и 12-13 лет. Участники отмечают, что соревнования позволяют оценить свои возможности и силы соперника. Соревнования – это очень здорово. Раньше тренер у нас говорил, одни соревнования – месяц тренировки. То есть где-то на весах, примерно. Потому что на соревнованиях все по-другому. Все чуть-чуть сложнее. И поэтому для ребят это здорово. Это школа. Это школа, где человек учит сражаться, где нужен характер. А на тренировке характер все-таки не так проявляется, как здесь. В Кумертау мы ездим часто. Это наш город, побратим. Здесь у нас много друзей. Нас с удовольствием здесь встречают. Мы с удовольствием встречаем Кумертау. Своровали у них очень хороший турнир новогодний. Мы приехали, они провели турнир. Нам очень понравилось. Мы тоже проводим новогодний турнир с новогодними подарками. Привезли мы 24 человека. Уровень подготовки ребят разный. Есть более опытные, среди них и начинающие. Иван Казаев в спорте 5 лет. Из них 2 года занимается греко-римской борьбой. Соперники довольно сильные, говорит он. Однако поддержка близких и хорошая подготовка помогли ему одержать победу. К первым в этом году состязаниям готовились усердно, признается Иван. Отрабатываем броски, кувырки, бегаем. И еще... Мы делаем там сальто, карандат и все. Отец Вани считает, что спорт только на пользу сыну. Я раньше сам занимался спортом. Конечно, влияние мое и мамы, то, что он пошел в спорт и занимается. Во-первых, он растет мужчиной, ему надо быть сильным. Ему уже не в куклы играть все-таки, а как бы бороться, готовиться к армии, защищать маму, да, сынок? Ну и здоровье, в первую очередь это здоровье, борьба. Кумертау греко-римской борьбой занимается около 300 ребят. Секции есть на базе спортивного комплекса «Юбилейный», Республиканского политехнического лицея, средней школы номер 1 «Гармония». С детьми занимаются 5 тренеров. Они считают, что это настоящий мужской спорт, где требуется сила для захватов, бросков и удержания соперника и других приемов. Ребята хорошо знают правила и с удовольствием пробуют силы в соревнованиях. Хожу я сюда около года. Мне нравится то, что тут можно участвовать в соревнованиях, учить всякими приемами. Мы тут учимся делать кувырки вперед, кувырки назад, колесо, арандат. 15 здесь нельзя, ногами здесь ничего нельзя, только руками. Ну, прогибом сильно нельзя делать, потому что можешь спину сломать. Подножки нельзя ставить. Ну а через 2 недели любителей спорта ждут яркие и интересные поединки. С 5 по 7 ноября состоится открытый республиканский турнир по греко-римской борьбе на призы главы администрации городского округа город Кумертау. В них примут участие сильнейшие из борцы Башкортостана. Сегодняшние состязания – подготовка к ним. Соревнования проводятся отборочные по 2002-2003 году рождения для формирования сборной команды города Кумертау для участия уже в дальнейшем. 5-7 ноября в городе пройдет турнир на призы главы администрации.